Первое ДТП имело место по улице Ленина. В нем пострадал ребенок 11 лет. Как сообщили в управлении полиции от ОГГУЗИ, за рулем автомобиля Opel Vectra находился несовершеннолетний житель Камрата, не имеющий водительских прав. Он не заметил ребенка, переходящего дорогу. На полном ходу машина сбила школьника. Его доставили в Камратскую районную больницу. По словам врачей, ребенок находится в тяжелом состоянии. Значит, ребенок поступил после дорожно-транспортного происшествия. Ребенок в коматозном состоянии, черепно-мозговая травма, имеется перелом височной кости. Вызвали санавиачу, сделали все необходимые исследования, вызвали санавиачу, ждем санавиачу для перевода его в Чечню для дальнейшего лечения. Ребенок 2009 года рождения, 11 лет ему. В управлении полиции сообщили, что по факту ДТП проводится проверка. 21 апреля 2022 года в 13:46 в инспекторат полиции Камрат поступило уведомление о том, что на пересечении улиц Ленина и Чкалова произошло дорожно-транспортное происшествие. По вышеуказанному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положением действующего законодательства. Второе ДТП произошло по улице Гаврилова на пересечении с улицей Чкалова. Вблизи магазина «Мария» столкнулся автомобиль инспектората полиции Камрад «Дача Дастер» и мини-вэн. В машине находились трое полицейских. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу. Мини-вэн снес забор и заехал на территорию частного домовладения. Оба автомобиля получили технические повреждения. Зинаида Канцер, Влад Табачук, Алексей Герчук, РТ Новости.